Хочу сделать свой прогноз на матч Лиги Европы между ЦСКА и Испаньолом. Матч состоится в четверг, 3 октября. Но ставку сделать я хочу сейчас. Почему? Потому что коэффициент, скорее всего, просел. Вот. На этот матч дали фаворитам ЦСКА. С какого-то хуя букмекеры решили, что ЦСКА фаворит в матче, я не знаю. Просто не знаю. И для меня это, в принципе, непонятно. То есть на чистую победу ЦСКА дают коэффициент 2. Вы знаете, я бы, если бы на месте букмекера, я бы наоборот дал. То есть на чистую победу Испаньола коэффициент 2. Да, Испаньол сейчас не блещет. Хреново у них с игрой. Не так много они забивают. Но, в принципе, это Испания. Испания, там, в принципе, сейчас конкуренция высокая. Вот что можно сказать о ЦСКА? Ну, ЦСКА как покупали, так и продолжают покупать и матчи, и судьи в российском чемпионате. Вот. Но состав там очень слабый, очень много травмированных, очень много. По-прежнему большие проблемы в обороне, просто глобальные проблемы в обороне. И вот последний матч Лиги Европы, проигранный Лудогорцу, о многом говорит. Поражение, напомню, было 5-1. 5, блядь, 1, ёпт. Это пиздец. От кого? От Лагурт? Ну ладно, там Базеля проиграли потом. От Валенсии, но проигрывать тут странно. Лудогорцу 5-1. Естественно, эти, блядь, сектанты из ЦСКА сразу начали говорить, что, блядь, Лудогорец это топовый клуб, ёб твою мать, блядь. Это топовый клуб, вы посмотрите. Да куда смотреть? Это говно полное. Ёбаный, ваш ёбаный болгарский Лудогорец, это говно ебучее. Да нечем там говорить. Вот, я считаю, что это на этот матч коэффициенты на ЦСКА очень переоценены. Очень переоценены. Я буду, конечно же, ставить на Испаньол. А ставка на этот матч очень-очень простая. Это то, что Испаньол не проиграет. Коэффициент 1.70. Я не представляю, чтобы ЦСКА в этом матче выиграл. Испаньол прошлый свой первый матч в Лиге Европы сыграл в ничью дома с Ференцварошем 1-1. И в этом матче они будут играть на победу. Никакой там ничьи даже не должно быть. Скорее всего, Испаньол выиграет этот матч. Но я единственный прогноз этот матч ставлю, это то, что Испаньол не проиграет. То есть x2 за коэффициент 1.78. Эту ставку можно поставить в фонд бете. Берите, пока коэффициент не упал. Я думаю, к четвергу, блядь, там уже будет 1.5. Вот так, может меньше. Вот, повторяю свой прогноз. Это x2 на то, что Испаньол не проиграет. За коэффициент 1.78. Матч состоится в четверг. Будет показывать по Матч ТВ. Смотрите футбол и болейте на то, что вы поставили. Всем пока.